узришь и благая Иерусалима все дни жизни твоей. Слава тебе, Боже, наш славный. И узришь и сын и сынов твоих мир на Израиле. Слава тебе, Боже, наш слава тебе. Имеешь ли ты, Валерий, произволение благое, непринужденное и крепкую мысль взять себе в жену сию Наталью, которую ты видишь здесь перед собою? Yes. Да. Имею, честный отче. Да. Не обещался ли ты другой? На другой жениться не обещался? Нет. Нет. Имеешь ли произволение благое, непринужденное и твердую мысль взять себе мужа всего Валерия, которого ты видишь здесь перед собою? Не обещалось ли другому? Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии Святой Божьей Церкви, соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всех с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О православном епископе Всероссийской Церкви, Господине нашем Высокопреосвященнейшем, митрополите Иларионе, епископе Евтихии, все во Христе, братья наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. Валерий и Наталья, ныне сочетовающихся друг другу, брак, общение и спасение, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, в Кане Галилейской, Господу помолимся. Господи, помилуй. Подадися им целомудрию и плоду чрева на пользу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Видением сынов и дочерей, Господу помолимся. Господи, помилуй. Подадися им благочадие и восприятие и незазорному пребыванию, Господу помолимся. Господи, помилуй. Нам всяко спасение, прошение, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Славную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, причисти все твари содетелю, ребро праотца Адама за свое человеколюбие в жену преобразивы. И благослови ее, и реки, раститесь и множитесь, и обладайте землей. И обою ей единут, показавы, сопряжением всего Бога. Ради оставит человек отца своего матери и прилепится жене своей, и будет два в плоть едину. И я же Бог спряже человек, да не разлучает. И же раба твоего Авраама благословивая разверзила же сна Сарина, и отца множество языков сотворивы, я же Исаака Ревекки даровавы, и Рождество я благословивы. И же Иакова Рахили сочетавы, из него 12 патриархов показавы. И же Иосифа и Эсенефу сопряги, плод детотворения им, Ефрема и Манасию даровавы. И же Захарию Елисавет приемы, и притечу рождения им показавы. И же от корени Исеевы по плоти, израстивы Преснодевы из нея воплотивыся, и родивыся во спасение рода человеческого. И же за неизреченный твой дар и многою благость, пришедый в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый. Да и вишь, яко твоя воля есть законное супружество,
еже из него чадотворение. Сам, Владыка Пресвятый, прими моление нас, рабов Твоих, якоже там и везде пришед невидимым Твоим предстательством. Благослови брак сей и подашь рабом Твоим, Валерию и Наталье, жизнь мирную, долгоденствие, целомудрие, друг к другу любовь, в союзе мира семя долгожизненное, очадие благодать, неувядаемый славы венец, сподобие их видеть, детей у детей, ложе ей наветной соблюди, и дашь им от росы небесной свыше, и от тука земнага, исполни дома, дом их пшеницы, вина и лея и всякой благостыни, да преподают и требующим, даруя купно и сущим с ним, вся я же ко спасению прошения, я как Бог милости и щедрот, и человека любись, и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присней во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословенности, Господи, Боже наш, же тайного и чистого брака, священнодействителю и телесного законоположителю, нетления хранителю житейских благи, строителю, самый ныне владыко, вначале создав и человека, и положив его, яко царя твари и реки, не добро быть и человеку единому на земли, сотворим ему помощника по нему, и в земь едино от ребрего создал и си жену, и уже видел Адам, речесия ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моя, сия наречется жена, яко от мужа сего своего взята бы, сия же ради оставить человека отца своего и матери, прилепится жене своей, будет два в плоть едину. И я же Бог сопряжей человек, да не разлучает, самый ныне Владыка, Господи Боже наш, не спаси благодать Твою небесную и на рабов Твоих сих, Валерия и Наталью, и дашь рабе сей во всем повиноваться мужу и рабу Твоему, быть и во главу жене, якогда поживут по воле Твоей, благослови их, Господи Боже наш, как благословил и Авраама, и Сару, благослови их, Господи Боже наш, как благословил Иси Исаака и Ребекку, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иси Иакова и все патриархи, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иси Иосифа Сенефу, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иси Моисея и Сефору, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иси Иоакима и Анну, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иси Захарию или Совету, сохрани, Господи Боже наш, как сохранил Иси Ноя в ковчеге. Сохрани, Господи Боже наш, как сохранил Иси Иону в чреве кита. Сохрани, Господи Боже наш, как сохранил Иси святые трех отроков от огня, не спослав им росу с небеси, и да приедет на них радость оная. Юже имаше блаженная Елена, егда обрети честный крест. Помяни, Господи Боже наш, как помянул Иси Еноха, Сима и Илью. Помяни их, Господи Боже наш, как помянул Иси святые Твоя, 40 мучеников, не спослав им с небеси венцы. Помяни, Боже, и воспитавшие их родители, за ней молитвы родители утверждают основания домов. Помяни, Господи Боже наш, рабы Твоя, уневестившиеся, шедшиеся в радость ее. Помяни, Господи Боже наш, раба Твоя Валерия, рабу Твою Наталью, и благослови их. Дашь им плод чрева, доброчадие, единомыслие, души, телес. Возьми их, яко кедры, возвыси их, яко кедры ливанские, яко лозу благорозную. Даруй им семя, класяно, да всякое самодовольство имущее, изобилует на всякое дело благое и тебе благоугодное, и да узрят сыны сынов своих, яко новосаждение масличное окрест трапезы их, и благоугодишь их пред тобою. Воссияют, яко светило на небеси. Тебе, Господи нашим, с Тобою же слава, держава, честь и поклонение безначальному Твоему Отцу и же творящему Твоему Духу ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже святый, создавай от прелести, от перси человека, и от ребра его воссоздав и жену, и спряги ему помощника по нему. Заеже така, годно быть твоему величеству, ни одному быть человеку на земли, самый ныне владыка, не спасли руку твою от святаго жилища твоего, сочетай рабов твоих сих,
Валерия и рабу твою Наталью, за ней от тебе оставляется муж и жена, сосочетовается муж и жена. Соедини их в единомыслии, в единомудрии, венчай их в плоть едину, даруй им плод чрева, благочадие восприятие. Яко твоя держава и твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне присно, и во веки веков. Аминь. Поверни. Венчается раб Божий Валерий, рабе Божий Наталья, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Прямо отлично, голову прямо. Да. Венчается раба Божия Наталья, раба Божия Валерию, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их. Прокимен. Ну, что? Прокимен глаз шестый положил еси на главах их венцы, от камени честных живота просишу тебе и дал еси им. Яко даси им благословение век века, возвеселишься радостью соль с лицем твоим. Положил еси на глобоких венцы, от камени честных, от камени честных, живота просишь у тебе. Положил еси на главах их венцы, от камени честных, от камени честных, живота просишь у тебе, и дал еси. Премудрость. Ефесянам послание святаго апостола Павла, чтение. Вон мем. Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям ко Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее отчасти в баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Премудрость проси, услышим Святого Евангелия. Мир всем. И духами твоему. Вон мне. Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то и сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающего по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпите и несите распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И явил себя, и явил славу свою, уверовали в Него ученики Его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Горцем си, от сия души, от сего помышления наше горцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Боже, любится милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся милости жизни, здравия, спасения, посещения рабов Твоих, Валерия и Наталья. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, Господи, Твоею благодатью. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни. Еще яко милостив и человека любит Бог, если Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресней, во веки веков. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасителем Твоим усмотрением, сподобай в Кане Галилейской честны, показать и брак Твоим пришествием сам ныне, и рабы Твоя Валерия и Наталью, я же благоволил, если сочетоватися друг другу, в мире единомыслие сохрани. Честны их брак покажи, нескверное их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывать и благослови. И сподоби их старости маститы, и старости маститы достигнуть, и чистым сердцем делающие заповеди Твоя. Ты выси Бог наш, Бог и же миловать и спасай, Тебе славу высылаем. С обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим, и растворящим Твоим Духом ныне присни во веки веков. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас Божию Твоею благодатью. Господи, помилуй. И всего священно святомирно безгрешно у Господа просим. Помилуй, Господи. Наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Помилуй, Господи. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Помилуй, Господи. Мира мирови у Господа проси. Подай, Господи. Господа нашего мира и покаяние скончать у Господа проси. Подай, Господи. Господа нашего безболезненно, непостыдно, мирны, доброго ответа на страшном судище Христове проси. Подай, Господи. Причастие Святого Духа, испросивши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи.
Благословением я сужден на смерти призывать и тебе небесного Бога Отца и глаголати. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духом Твоему. Вы, ваши Господи, преклоните. Сильни, Господи. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, вся сотворивый крепостью Твоей, утвердивый вселенную, украсивый венец всех сотворенных от Тебе. И чашу общую сию подавая, сочетавающимся к общению брака, благослови благословением духовным, яко благословися Твое имя и прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Исаия, ликуй, дева, имя во чреве. Исаия, ликуй, дева, имя во чреве. И родит сына Эммануила, Бога же и человека. Воскрие ему, не можешь ублажать. Святые мученицы, добрые страдательствовавшие, святые мученицы, добрые страдательствовавшие, венчавшиеся, молились ко Господу, помиловайтесь душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже! Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвалу, мучеников радование, и же проповедь Троица единосущная. Вперед отодвиньте. Снимаю.
Возвеличися женише, як Авраам, и благословися, як Исаак, умножущися, як Иаков, ходя в мире и делая в правде заповеди Божии. И ты, невеста, возвеличися, як Сара, и возвеселися, как Ревекка, и умножущися, як Рахиль, веселящаяся о своем муже, хранящая пределы закона, за ней яко благослови Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую, и тамощий брак благослови, и благослови рабов Твоих сих, Твоим промыслом, ко общению брака сочетавшихся. Благослови и входы, и исходы, умножи во благих жизнь их. Воспрями венцы в царстве Твоем, нескверными, непорочными и ненаветными соблюдая во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духа и Твоему. Иконы? Иконы. Иди сходи там к Спасителю Божьей Матери в трапезницу. Сними. Спаситель Божий. Главы ваши, Господи, вы преклоните. Отец, Сын и Святой Дух, все святая единосущная и живоначальная Троица, едино Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспение жизни и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святые Богородицы и всех святых. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без искления Бога Слово ручую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше! Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас! Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем! Как? Иорданка и Иорданка. Так. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, и живо святых отца нашего и архиепископа Константина Галозатоустого, святых праведных Бога Отеца и Кимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отдашь, Господи, мирное житие, здравие во всем благое поспешение бракосочетающимся Валерию и Наталье, родителям их, Георгию, Рданге и Пелагии, и всех здесь предстоящих и молящихся, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето.
Приветствую вас законным браком. Храни вас Господь на многое время. Это будут ваши домашние образы Спасителя Божьей Матери для домашней церкви. Чтобы у вас была домашняя церковь. Была всегда совместная молитва. Вот. Ибо когда есть молитва, это общение с Богом, тогда будет крепкий и союз. Не будет общения с Богом, союз будет не крепкий, потому что нет, нечего будет связывать. А мирское, плоское, оно быстро разрушается. Долго созидается только на духовном. Поэтому храни вас Господь. Ну что, все, поздравляйте. Идите сюда. Сюда. Подойдите. Да, все. Все, приветствуйте молодых. Поздравляйте. Давай, молодые, это друг друга не поцеловали. Главный момент, я упустил совсем даже. Ну что, я уставший просто я. Держи. Молодые приветствуют себя целованием. Это в конце, да. Вот так вот. Забываю себя, что ты будешь делать. Подольше надо было. Давно уже не было у меня вещания, это я уже забыл как. Так. Батюшка, тоже сами подойдем. Так. Немножко подождите, сейчас нас фотографируют, чтобы я мог разоблачиться. Вот, подберите, что топчите-то. Ну, почему никто не поднимет? Все, забыли, полотенце нет. Так, давайте хорошую фотографию делаем, мама с вами. Ну, хорошо, чтобы я красивый вышел. Высокий. Ну ладно, все, давайте, поздравляйте все. Поздравляю. Слушайся мужа. Ну даже давай это отсюда подержать. Ну а тут цветы помешают. Сейчас там еще давай. Thank you.
Близким человеком стали. Очень счастливы. Сейчас здесь разговаривать нельзя, пошли. Желаю счастья. Спасибо. Вам сейчас все успехов. Спасибо. Ну все. Да, это актуально. Прямо поставка. Поцелуйтесь для камеры. Подождите, постойте, не торопитесь. Чтобы жезл попал. Подальше. Ну еще раз. Берегись, Америка. Первый десант. Начнем с северного континента. Наташа, вот еще от сестер, от пожилых сестер. Столько цветов не давали, не дарили. Спасибо. Ты что-то это... Хорошо, да. Один раз. Наконец-то. Все, зовите. Сестры, зовите на обед. Приглашайте на обед. Проходите первые. Вам потом что-то дальше. Возьмите иконы. Так, берите у них иконы. Я
Забудь. Я администратор. Часть не заносят. Вот, сайт. Так. Так, сейчас встаньте вот туда, вот сейчас мы на фоне обеда сфотографируем. А потом на фоне книг еще. Ну тут, наверное, свет будет мешать и пойдет, да? Пойдет со вспышкой нормально. А? Со вспышкой пойдет. Так, иди. Кому ты? Сейчас здесь фотографируемся. Поставьте-ка. Все ты заберите у них. Потом отдельно. Вот так вот. Держи. Это тоже так, как будто не закрывать. Вот так, держи ровно. Вот так. Можно вот сюда, давайте вот сюда расстанем. Напротив горы. За стол. За стол? За стол, вот сюда, вот, чтобы горы... Вон туда, вот, стол, вот, вот напротив этого. Наташа. Горы. Вот так вот. Держи ровно. Вот это можешь положить потом. Вот, положи. Вот так ровно держи. Так. Свет можно даже, знаешь, что свет? А друг на друга посмотрите. И еще раз. Молодцы. Молодцы. Хорошо, да? За стол садитесь, а то упадут. Конечно. Привет, это напоили ее нам, а теперь держи я за руку, чтобы я не выросла. Она запивала все. Потом, я не пойду сейчас. Садите, Маленькие. Вот так. Потом отсвечиваем все. Маленькие закроем. Желтые. Ну что, давайте. Мальчика не благословим, помолимся за стол. А сейчас займитесь. Не сели еще. Сестры, заходите, не стойте, пожалуйста. Подготовиться не смогли. Из старого своего репертуара мы кое-что повторим. Наш гость, уважаемый, дорогой, этого не видел, поэтому для него все новое. Repeat once. Первая песенка. Все, он, Бог и Иегова. Платок поправьте вот этой крайней. Слышь, как он сполз боком. Ну, Маринка, смотрите, вот ее волосы сзади выбились. Она всегда выбивает волосы. Спрячь волосинки. А то мусульманки убьют и не поверят. Песня называется «Все, он, Бог и Иегова». Бог и Иегова. Thank you.